Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. 23 января сотрудники органов дознания МЧС России отмечают 95-ю годовщину со дня образования. Сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Мордасов, заместитель начальника управления, начальник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой главный вопрос. В чем состоит вообще профессия дознавателя? Кто это такие? Дознаватели органов государственного пожарного надзора – это должностные лица управления надзорной деятельности и профилактические работы по субъектам Российской Федерации, которые занимаются расследованием преступлений, связанных с пожарами и нарушением требований пожарной безопасности. Должность такая достаточно сложная, которая требует специальных познаний и порой физической подготовки. Когда наши дознаватели приезжают на пожар, обычно это пожар уже потушили пожарные, соответственно, и здесь начинается самая сложная работа, потому что причины пожаров никогда не лежат на поверхности. Причины пожаров, то есть виновное лицо мы сразу же установить не можем, поэтому мы должны тщательно осмотреть место преступления, связанного с пожаром, установить обстоятельства происшедшего. Вот. И, соответственно, дальше мы работаем с очевидцами пожаров, с участниками тушения пожаров. Здесь также важно отметить, что каждый дознаватель, приезжая на пожар, он также должен сочувствовать пострадавшим на пожаре, потому что люди находятся не всегда в адекватном состоянии. Нужно понять беду, которая произошла у человека. Многие теряют жилье, имущество. Бывает, что и погибают люди, к сожалению. Здесь дознаватель должен быть психологом, помочь человеку, вовремя его опросить. Вот. И, соответственно, в дальнейшем осуществить работу с ним, и чтобы тот потерпевший дал показания, ту информацию, которая необходима. Ну вот, может быть, давайте на каком-нибудь примере, на пожаре, допустим, который, на происшествии, которое вам запомнилось, вот расскажем работу дознавателя, скажем так, от и до. Вспоминаю пожар сентября 2015 года, когда одновременно в нашем регионе произошло два пожара крупных. Это в селе Сысое Сараевского района и в поселке Кустаревка Сасовского района. Одновременно пожар уничтожил в селе Сысое 14 домов и 59 надворных построек, а в поселке Кустаревка Сасовского района было огнем уничтожено 16 жилых и нежилых строений. То есть обстановка была очень тяжелая, и в Главном управлении МЧС России по Рязанской области руководством было принято решение собрать большую оперативную группу из числа опытных дознавателей отдела административной практики и дознания, а также экспертов экспертной лаборатории. Мы выехали на место, сначала работали в селе Сысое, потом переехали в поселок Кустаревка Сасовского района. За сутки во взаимодействии с сотрудниками полиции нами было опрошено более 100 очевидцев, участников тушения пожара, потерпевших. Значит, с помощью квадрокоптера мы осматривали место преступления, связанных с пожаром. И здесь нам помог квадрокоптер, мы сразу же установили очаговые зоны. Вот. В дальнейшем мы опрашивали очевидцев, работали с главами сельских поселений во взаимодействии, выдавали справки по пожарам, потому что люди остались без крова, многие помогали им восстановить документы. В дальнейшем мы назначили пожарно-технические экспертизы для установления причин пожаров. И вот по результатам этих экспертиз в селе Сысое Сараевского района причиной пожара стало перехлёст электропроводов с последующим искрением при повышенной нагрузке ветра. В поселке Кустаревка причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Но вот у нас есть очаг пожара, ну, который удалось снять. А как понять, что вот именно стало причиной? Что это были за экспертизы? Как это все? Экспертизы мы проводили пожарно-технические. Проводят у нас в регионе испытательная пожарная лаборатория. Значит, там специалисты, которые имеют образование инженеров пожарной безопасности, открыты специальности по, значит, расследованию и экспертизе пожаров. Здесь свои методы установления причин по зале, по, значит, окалине. Вот очень много, так сказать, вариантов, когда как для обычного обывателя непонятно, да, для эксперта это клубок, который он раскручивает и в итоге выходит на причину, либо наиболее вероятную причину. Ну, то есть работа дознавателя, она тесно связана с экспертами, да, в лаборатории. Да. А если с полем, понятно, рассказали пример в поле, то, может быть, поговорим о примерах квартиры, то есть и площадь у нас меньше, и пожар может быть такой, что уничтожит всю квартиру. Как там найти вот этот очаг и причину? Ну, очаговая зона, обычно ее, в принципе, видно по распространению, к примеру, там, очаговой зоны там, к примеру, на диване, на кровати. Там видно, что повреждены постельные принадлежности, где-то имеются прогары. Вот, по прогарам, по распространению, по копоти. То есть здесь эксперт вместе с дознавателем зачастую изымает вещественные доказательства, да, то есть ту же самую золу, к примеру, значит, даже мы изымаем, к примеру, саморезы, вот, все это очень важно для проведения пожарно-технических экспертиз и для исследований, вот, значит, к примеру, когда происходит пожар уже, к примеру, в автомобиле, да, то здесь изымаются и электрические провода, да, соответственно, значит, может быть, и грунт изъят под днищем автомобиля для установления причины, к примеру, поджога транспортного средства. Вот поэтому дознаватель – это очень интересная профессия, которая требует познаний во многих областях. Профессия дознавателя – 95-я годовщина. То есть за 95 лет безумно многое изменилось. А чем сейчас, вот что сейчас на вооружении дознавателя, с чем он приходит к месту происшествия? На вооружении дознавателя так называемые чемоданы дознавателей – это экспертные криминалистические лаборатории для работы именно на месте пожара. Наш субъект имеет в своем распоряжении лаборатории переносные «Прометей» и «Антрацит». Ну, что туда входит? Это фото-видео оборудование, значит, различные там отвертки, топоры, значит, штангенциркули, дозиметры, мультиметры. Вот, для того, чтобы дознаватель вот, до прибытия пожарных экспертов смог максимально описать место пожара, изъять необходимые вещественные доказательства, которых, как говорится, также очень много, да, это нужно и электропроводку изъять, где-то и золу изъять с очаговой зоны, вот, где-то саморезы вывернуть, посмотреть, что там, вот, и в дальнейшем это в лабораторных условиях уже эксперт устанавливает истинную причину. А, может быть, подведем какие-то промежуточные итоги, вот, допустим, итоги работы за 2022 год? Какие они? В прошлом году дознавателями территориальных подразделений надзорной деятельности проводились проверки по 1400 сообщениям о преступлениях, а также по 660 сообщениям об иных происшествиях. Дознавателями было возбуждено 9 уголовных дел, в том числе 5 уголовных дел по статье 168 Уголовного кодекса РФ, это неосторожное обращение с огнем либо иным источником повышенной опасности, и 4 уголовных дела по части 1 статьи 261, это по преступлениям, связанным с пожарами в лесах. Кроме этого, по 759 материалам принято решение об отказе возбуждения уголовного дела, и по 207 материалам переданы материалы по подследственности в органы внутренних дел и Следственный комитет. 93 материала было выделено и 93
виновных лица были привлечены по фактам пожаров к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Наверное, самый главный вопрос – летние пожары 2022 года. Как велось расследование там и к каким результатам пришли? Да, значит, 53 пожара в лесах было зарегистрировано и проводились проверки. Значит, самый крупный пожар произошел 7 и 8 августа прошлого года в лесном массиве в 4 километрах от населенного пункта Новый Кудом Спасского муниципального района. Значит, в дальнейшем пожар распространился на Окский биосферный заповедник, национальный парк Мещерский, дальше перекинулся на Тумское участковое лесничество, это Клепиковский район, и Бельковское участковое лесничество, это Касимовский муниципальный район. Площадь пожара составила 32 тысячи га поврежденного леса. Вот, значит, 18 августа нами было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара в лесу. Значит, сразу же ввиду того, что объем уничтоженных и поврежденных лесных насаждений был достаточно большой, значит, было принято решение о расследовании уголовного дела группой дознавателей. И поэтому мы собрали самых опытных дознавателей из 4 районов области, а также из отдела административной практики и дознания, и расследовали это уголовное дело. Очень сложно было описать все это после того, как пожар был ликвидирован пожарными спасателями. 32 тысячи гектаров нужно было пройти ногами. Значит, здесь мы приглашали для осмотра как и специалистов, и экспертов испытательной пожарной лаборатории, так и специалистов Центра защиты леса. Вот. И в сентябре все осмотры были завершены. По завершению мы назначили 7 независимых лесотехнических судебных экспертиз для установления ущерба по пожару, а также пожарно-техническую экспертизу. По результатам пожарно-технической экспертизы эксперт сделал вывод, что причиной пожара могло послужить воспламенение природных материалов от независимого источника зажигания, а также вторая причина была – это удар молнии. Вот, значит, по результатам дознания 13 января уже текущего года уголовное дело было прекращено по основаниям пункта 1, части 1 статьи 24 УПК ввиду отсутствия события преступления. Все следственные действия были проведены максимально. Вот. И в дальнейшем нами было вынесено 3 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. Значит, Окский биосферный заповедник, Национальный парк Мещерский и Министерство природопользования Рязанской области. Мы говорим о группе дознавателей. А сколько дознавателей сейчас трудится в Рязани? Можете нам подсказать в Рязани? Да, в Рязани области в настоящее время у нас трудится 29 дознавателей. В основном дознаватели – это специалисты, юристы. Вот, но есть у нас и дознаватели, которые имеют и юридическое, и пожарно-техническое образование. Вот. Очень много опытных дознавателей у нас, которые со стажем работы. Вот. Но постоянно мы развиваемся, не стоим на месте. И ежегодно дознаватели у нас и стажировки проходят, и обучаются на курсах повышения квалификации и в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы, и в Академии ГПС МЧС России. Вот. То есть постоянно обучаемся. То есть если стоять на месте, то результата не будет. 23 января – праздник. А что обычно желают дознавателям? Что, есть ли какое-то особенное пожелание? Особенное пожелание? Ну, наверное, установление всех причин непосредственных по всем преступлениям, связанным с пожарами. Ну и, как всегда, крепкого здоровья, вот, счастья, благополучия.
и всего самого наилучшего в этой профессии, потому что достаточно сложная профессия, которая заставляет находиться должностному лицу постоянно на чеку, ночью, днем, утром выезжать на пожары, соответственно, и описывать тот объект, который подвергся воздействию пламени. Алексей Владимирович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.